Хотели с Вороном свалить по-тихому. А не получилось, да, Ворон? Там коровы, тут подруги увидали, несутся. Орлик, Ворона, сынок, подружки. Ну, пошли отсюда. Ну, это мой. Добавляй. Ну и все, а мы в другую сторону нам надо. Вот такая красота у нас. Березки почти все уже пожелтели. Быстро-быстро, буквально, наверное, дня за три. Еще много так зелени было. А потом раз резко все. Все желтые. Ну, красота в лесу, когда ветра нет. А когда ветер, прохладно. Сейчас ворону скакали, лоб у меня мерзнет. Вот так вот тут. Поехали покататься. Вечерок. Поглядеть, кто где живет. Что, Ворон, увидел кого-то? Молодец. Ворона пар идет в лесу. Солнышко маленько скрылось, в лесу тенечек. Сразу перепад температуры такой ощущается. Прямо ощущается. Сейчас поедем дальше. Еще много мест надо посетить. Еще долго кататься. Здесь где-то лоси есть. Стой. Шнурок еще другой поставил. Дома мне показалось, с него звук маленько другой и удобнее тянуть. А сейчас как-то проскальзывает у меня иногда. Напихал, в общем, листиков. Так как леса в округе большие, по советам подписчиков, муха тут рядом не оказалась. Не так агаеха идет, не так. Не знаю, насколько меня теперь далеко слышно, не слышно. Вор, ну и да, не дергай. Так-то не умеем манить, еще сейчас будем фальшивить. Ага, здесь тоже признаки пребывания быка. Здесь точно признаки пребывания быка. Вот березы начесаны. А этой каждый год, видимо, достается. Ворона, а что, почуял? Ветер на нас немного дует.
непролазные молодые заросли. Какие-то наброды есть. Всякой дичи осталось Вася тут увидеть. Ну, в общем, вот такая аллейка идет поломанных березок разной давности, разных лет. Лось убежал далеко, не знаю, сколько там, наверное, до него метров, поди 300 было. А ветерок такой слабый, хотя надул ровно на него. То ли почуял, то ли напугался чего другого, непонятно. Вот такие дела.